Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дракону Всадники Олуха. Так, смотрим, что нам принес Беззубик. 5 миллионов рыбы. Здесь у нас... Ладно, придется отказываться. Ну что, пак? Конечно же, пак. Загадочный, бесплатный. Ну-ка, чем порадуешь? Кревет, костолом, вострозуб и все. Так мало. Ладно, у нас еще есть рекламный пак. Давай его глянем. Монеты Одина 6 штук в копилочку. Так, а здесь у нас древоруб, кревет, шипорез. Ну и все. Так, не надо мне никаких премиумов паков. Так, здесь водорез у нас прокачался, по ходу дела, да, чуть-чуть. Слушай, а зачем я его качаю, если у него уже 86 уровень? Скажи-ка вот мне на милость. Мне нужно прокачивать тех, кто недокачанный. Например... Ага, Громыль тоже прокачался, оказывается. Так, подожди, у нас что, уже три персонажа 85 уровня, да? Три персонажа. Ладушки. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть на корабле. Отказаться, отказаться. Нашли тоже мне выгодное предложение. Все время где-то меня хотят обмануть. Так, ну что, здесь у нас... Ага, шепот смерти. Вот, по-моему, его можно будет... Чего опять не хватает? Рыбы. Да, ну, быть такого не может. Вот, насчет рыбы не надо мне ля-ля. Все у нас тут есть. Поэтому отправляем его тоже на прокачку. Кревет. А где у меня кревет? Я что-то не могу понять. Забрать, вернуть. А, обучить не смогу, потому что нужен, ребят, металл. Понятно. Так, чудовище могу? Блин. В принципе, пускай идет. Пускай идет, ребята, учатся. Мы, правда, потратили свой последний металл. Ну, что нам, его солить, что ли? Да что опять-то? Блин, теперь древесины нету. Ну, с древесиной действительно проблема. У меня даже на складах нету древесины. Так, здесь забрали дерево. Ну, так, что тут у нас? Покормить. Лети, обучайся, так уж и быть. Так, зеленая смерть уже тут стоит. Рыбу мне принесла и тусклый янтарь. Отправляем обучаться. Дальше переходим сюда. Листочек и тусклый янтарь. Все, тоже отправляем его на прокачку. Так, секунду, секунду, секунду. А что вот эти вот моих гаврики тут стоят и любуются, а? Надо их... Они уровни... Что такое? То не приблизить, то моментальное увеличение какое-то стократное за 3 секунды. Так, забираем здесь уровень. Уровень забираем. Хорошо сказал. Так, и отправляем на обучение. Грамгильда, тебя это тоже касается? Все. Там, оказывается, больше нету места в академке. Но я сомневаюсь, что он, конечно, у меня прокачается. Естественно, они будут сейчас меня до последнего здесь мурыжить. С тем, чтобы я перевел его на этот, как называется-то, в титаны, чтобы я его перевел. Ну, а ты, Грамгильда, лети тогда в приключения. А что делать, ребят? А там 100 рун нужно потратить для того, чтобы отправить в приключение. Ну, это, ребят, слишком, мне кажется, дорого. Для меня лично. Так, ну что, здесь вроде бы все как собрали, отправили. Так, ты тоже давай иди. Ищи что-нибудь полезное. И также водорез. И ветрокрыл, кстати, тоже. Че он тут лежит, прохлаждается. Его можно было бы, конечно, отправить за поиском металла, но... Для этого нужно 450 тысяч древесины. Точнее, даже не тысячи, а миллионов, по-моему. Так, ну что, мы с тобой отправляем опять же нашего беззубика на поиски недостающего нам дракона. Это Мечекрат. Слушай, ну я его уже долго ищу. Ага, Мечекрат. У него вот так вот выглядит яйцо. Остальное, в принципе, нам неинтересно. Пускай летит. Так, ну что, друзья мои, нам нужно допройти события. Ох ты, тут уже следующее, ребята, выживание скоро на подходе. Так, ладно,
обучение призывников. Поехали, друзья. За сегодня мы опять с тобой не пройдем. Что там такое? Заберите награду, что-то было написано. Ладно, нас это не интересует. Нас интересует с тобой 100 вот этих рун. Так что давай стараться. Так, кто у нас там? По-моему, да, чудовище. Ну, я думаю, что с ним там мы справимся. Тем более, здесь всего лишь 2 волны. Как ни странно. Нахрен, вылупляем, понижаем броню. Укус и добивка. Так, а здесь у нас шепот смерти, громыль и костолом. Начнем с шепота смерти. Так, хиляться нам пока не нужно, поэтому собьем броню. Так, укус, костолом. Что он будет делать? Так, они все переключились почему-то у меня на шторморезы. Так, минус. Здесь, наверное, нам придется захиливаться. Лучше всего так. И погнали. Твою дивизию. И в кого? Понятно. Ну и громоль, как всегда, на подхвате у него, да? Они сейчас уничтожат штормореза. Тут к бабке не ходи. Вот и все. А это еще, наверное, фаерболы, нет? Я думаю, что он фаерболы сейчас выпустит. Ну что, мы можем, в принципе, сейчас повесить слепоту. Наверное, сделать это лучше вот так. Потому что это 100% сейчас будет делать разбег свой. Ну вот, о чем я тебе и говорил. И будет глушить громоли. Так, а мы будем добивать самого костолома в этот момент. Так, ты очнулся, да? Угу. Ну что же, это последняя волна, так что, ребят, все, в принципе, он уже здесь не жилец. Что, будет вписывать, нет? Нет, ничего он абсолютно здесь не делает, а мы его, ах ты, я думаю, уничтожаем. Вот сейчас точно. Замечательно, ну что ж, прошли, двигаемся дальше. Крутим колесо, забираем награду, и это будет у нас древесина, 125 миллионов. Ладно, лишней она точно не будет, и забираем с тобой 100 рун. И плавненько переходим на мини-босса, да, получается. Потом забираем пак. Ну, а тут у нас, кстати, еще будет 600 бабочек впереди. Это круто, бабочки нам нужны. Ну, что у нас тут поджидает? Ага, тут 3 волны, друзья мои. Дымодышащий плюс громорог. Уровень 15-й. Ладно, будем надеяться, мы справимся. Так, сейчас мы понизим, наверное, защиту здесь. На следующем ходу, я надеюсь, мы его добьем. Он промахнулся, круто. Так, и у нас громорог. Ну, здесь, естественно, мы с тобой захилимся по полной программе. У нас будет на этот, как говорится, момент, время. Вот, например, даже сейчас. Так, захилялись. Конечно, лучше броню понизить. Что он сейчас будет? Щиты на себе вешать? Нет. Не стал. Он пошел в грубую атаку. Теперь мы вот так вот сделаем. И добивка. Так, не забывай, что здесь мини-боссик. Да, по-моему? Здесь у нас 2 престиголовых. Давай, наверное, так сделаем. Хотя водорез бесявый. Сейчас начнет тут блокировать. Он же что у нас блокирует? И, ко всему прочему, блин, понижение брони. Так. Если честно, я на это не подписывался, но... Ладно, добьем. Теперь сделаем вот так. Но все равно здесь эта броня пониженная. Он сейчас будет атаковать очень офигенно. Я боюсь, как бы мы не потеряли его. И это на второй-то волне. Вот так вот приходится делать. Так, и мы его... Да ладно, была не была. Так, водорез, что будет делать? Он будет бомбить штормарез. Странно, переключается прямо на ходу. Нет у него какой-то конкретики. Ну-ка. Здесь, наверное... Подожди, хиляемся, да, скорее всего?
Окей. И... да... чтоб тебя... Он очень сильно понижает защиту. Ты посмотри, сколько он уже отнял здоровья с одной плюшки. Так, ну здесь последняя волна и мини-боссики. Это водорезы. А это кто такой, я не могу понять. Блин, тут, наверное... наверное, надо начинать с водорезов. Тут что это за дракон такой? Что-то не могу понять. Я вас не узнаю, дракуша. Хм. А, это же этот, ё-моё. Все, все, я понял. Я понял, кто это. Или это не он? Нет, это он вроде бы. Бумс. Оу, щит. Это, ребята, мне не нравится. Неужели сейчас добьют? Так. Слушай, подожди, пока вроде бы нормуль. Давай водореза с тобой дальше бомбить. Вот сейчас он что-то сделает. Сейчас он сделает гадость. И на кого? Ага. Решил заблокировать, да, способности? Я понял. Теперь начали его прессить. Блин. Добили. Так, ну что? Вешаем слепоту, и теперь он наш. Ну что он сделает? Ослепленный. Ничего. Будет тут просто прыгать, да и все. А мы будем его, ребята, разбирать. И не то чтобы потихоньку, а очень конкретно и быстро. Да-да-да-да-да. Конечно, конечно. Держи карман шире. Не тут-то было. Ну что, еще один. Ага, хотел сказать, еще один бой прошли. Вот теперь, да, вот теперь прошли. Ну что, забираем свою награду. И это у нас опять древесина. И опять 125 миллионов. Хорошо, пак наш. Энергии 3. То есть получается раз, два. Да что ты будешь делать? Раз, два, три. Слушай, наверное, мы пройдем сегодня с тобой это испытание. Если пройдем, будет хорошо. Так, это у нас злобный змеевик там ожидает вдалеке. И опять же три волны. И опять же три волны. Мне не нравится то, что у нас одна груша всего лишь осталась. Хотелось бы, конечно, чтобы было еще груш 5 и где-то около 3 прилив сил. Вот это было бы вообще оптимально. Так, тут еще этот скалотряс. Голодранец. Сейчас начнет кусать. Он будет кусать кого? Естественно, штормориза. Оу. Хм. Иногда просто они ведут себя непредсказуемо, ребят. Ты рассчитываешь на одно, а они вытворяют совсем другое. Так, хорош. Бро, ты тут своими фаерболами завязывай шутковать. На тебе. Так, последняя волна. Хм. Водореза, конечно, будем бомбить. Так, понижаем броню. Защиту. Что он там сейчас будет выпендриваться? Это все фигня. Блин, нет, ребята, я попутал его с этой, со скалой. Это совсем другой динозавр, я даже не знаю, кто это такой. Давай, 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 давай. Так, понижаем броню и все. Поехали, раз. А, сейчас опять сделать удар. Но они очень часто стали промахиваться, ты заметил? Очень часто. Для меня это большой, огромнейший просто плюс. Ну-ка. Да ладно, неужели пак выпадет? Точно, ребята, ареновский. Ну что, переходим с тобой на мини-боссика. Естественно, если мы его проходим, дальше у нас будет босс. И все. И испытание будет пройдено. Так, что у нас тут? Три волны, кревет. О, их уже здесь трое. Их уже здесь трое. Это очень печальные для меня как бы новости. Блин, да что ж ты будешь делать? Втроем. Еще причем кто-то, посмотри. Чудовище, громыль и кревет. Вся элитная шайка-лейка. Этот сейчас будет усилять, по-моему, себя. Нет. Хм.
Значит, Громль будет... Ой, фаербол сейчас прилетит. Слушай, ну у них энергия полная. Почему-то он не стал ничего делать. Меня это немножко... настораживает, так сказать. Ну, хоть что-нибудь сделай, а? Ух, как ты вжарил-то? Зачем так больно-то? Я же не так хотел, чтобы мощно. Ты что, совсем что ли сдурел? Такое вытворять здесь. Блин, это сейчас фаербол, да, зарядит еще? Твою налево, ты посмотри. Выжить бы нам как-то. Вот что я хочу сказать. Каким образом-то, а? Если он сейчас так будет фаербол свой выплескивать, то... вряд ли мы тут с собой далеко уйдем. Давай еще один отхильчик. Нормуль. Фулл хп у всех, да? Шикарно. Так, кто у нас там? Пристеголовый плюс злобный змеевик. Эти-то гаденыши, я знаю, огнем будут бомбить. Опа. А злобный змеевик у нас тоже, ребята, здесь не промах. Так, что-то не то. Раз-два. Сейчас они вдвоем здесь сходят, даже втроем. Нет, вдвоем все-таки. Потом сходим мы. Мы добьем с тобой змеевика. Здесь сделаем отхил. Пониженная атака у всех. Наверное, вот так будем сюда бомбашить. Они будут все-таки бомбить у кого... Ага. Я думал, что будут бомбить у кого пониженная броня. Ну, как бы, логично было бы, да? Так, мы еще с тобой до мини-босса не добрались. Так что не расслабляемся. Захиливаемся. И добиваем. Так, ну и кто у нас тут? Ох, ёк-макарёк, мини-босс. Тут у нас офигеть. Трындец просто-напросто. Тут и громобой, тут и ветрокрыл. Ну, я не знаю даже. Не надо, не надо уничтожать мне. А, не уничтожат, да? Подонки несчастные. Они уничтожили мне, ребята, штормореза. И вот теперь вопрос, как мне здесь проходить? Вдвоем причем. Как? Ладно, начнем, короче, с того охламона. Ну, не начнем, а точнее продолжим. Минус. Так, этот мне не страшен, в принципе. Меня больше интересует ветрокрыл. Причем, когда у него имеется почти фулл шкала. Нет, парень, так дело не пойдет. Давай-ка мы тебя опять в слепоту возьмем. Нам, наверное, надо все-таки... А видишь? Видишь, что было бы, если бы он, ребята? Вот, совсем другое дело. Наверное, надо вот этого будет сейчас уничтожить как можно быстрее. Пока такая вообще возможность представляется у нас. Так, ты поможешь мне добить его? Угу, помогает. Все, друзья мои, уничтожили мы его. Так, а теперь сам ветрокрыл идет в расход. Надеюсь. Так, ну что, слепоту вешаем на него? Блин, он сам по себе мощный, блин, его фиг пробьешь, ребят. И штормореза нету, да? 89 хп он восстанавливает себе, мы ему 265 наносим урона. Так, потрать свой... Не стал гаденыш он тратить свой суперудар, друзья. Блин. Ведь я знаю, чем это грозит. Я потратил практически последний свой прилив сил. Потому что мы в меньшинстве, мне не справиться с ним. Да ты сдохнешь сегодня или нет, а я в конце-то концов. Не захилять команду-то свою, понимаешь? Вот, все-таки потратить решил. Правильно. Потратил. Ну что, добиваем его. Справились с горем пополам. Сейчас заберем награды и пойдем с тобой на последний поединок. Дай, хотел сказать, дай плод мудрости. Конечно, дадут тебе и плод.
еще что-нибудь. Но забираем с тобой зато 200 бабочек. Фух, ну что, идем с тобой на последний бой. Поехали. И в конце мы получим еще 400. Ладно. Так, а здесь две волны. Две волны, и начинается у нас с мини-боссиков, да? Опа! Ты куда? Это же у нас стальной капкан собственной персоны. И вот я издалека. Так, это еще ускорение себе поставил. Что за команда Гуфи тут, ё-моё, а? А блин, я не знаю, за кого тут браться. Ох, ё-моё, прилетело-то сейчас как. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Этот с усиленной атакой. Ух, чего? Не вздумайте трогать. Разберут ведь, да? Нет, ребят, я успею, наверное, хильнуть. Фух. Нет, надо уничтожать этого шитика. Это не дело. Это не дело. Так, минус. Дальше. Вот этот же, да, своим укусом нанес очень много повреждений. Офигеть, он что творит, а? И Костолом, а Костолом сейчас уничтожит мне Кривоклыка со своим разбегом. Точно, ребята. Оу, щит, вот так вот. Тогда норма. Так, этот со своим усилением достал уже. Так, Костолом. Понял. Ну что, ребята, понижаем или как? Нет, мы пока не будем трогать. Знаешь почему? Я хочу повесить на него все-таки слепоту. А мы успеем? Вот какой меня вопрос сейчас заинтересовал. Успеем ли мы повесить эту слепоту? По идее, да, должны. По идее, но я, наверное, все-таки сделаю ее вот так. Нужно отхиляться. И я, наверное, не зря все-таки это сделал. Отхил намного лучше нам здесь зайдет. Так, ну что, блин, не добили еще. Да ты заколебал ты все трогать-то, а? Кто там у нас? Ого, три громорога, серьезно? Первый раз такое вижу чудо. Так, ну что, наверное, с этого начнем, да? Плюс отхил. Ну, громороги сами по себе, они, ребят, ну, не очень сильные. Поэтому как бы... И я особо здесь сильно не переживаю. Здесь нет массовых атак. Хотя фиг его знает, может быть, у этих и есть. Ну-ка, добиваем этого. Нет, не добиваем еще. А вот сейчас, скорее всего, да. И начинаем потихоньку. Ой, они жирные. Ну, я имею в виду в плане того, что они очень такие живучие. Толстокожие. И косые. Да, ну-ка, если мы понизим броню. Ну, с пониженной броней должны разбираться намного быстрее они. Так, что там? Понял. Мы продолжаем бомбашить. Так, плюс отхил. Без него мы никуда. Так, все-таки щиты, ребята. Щиты они ставят. Но эту школу мы уже проходили с тобой. Блин, сейчас, правда, пробивать эти щиты запаришься. Ну а что деваться? Деваться нам некуда. Да ты заколебал-то своими щитами, ну серьезно, а? Только собьешь, он опять его восстанавливает. Он сейчас так может вечно, ребята, восстанавливать, а я ничего ему не сделаю. Есть только один вариант. Ты посмотри, что творит, а? То есть я не успеваю просто-напросто, да? Я вот ему снимаю. Хм. А как же тогда сделать? Я ему только щит сбиваю, и он опять, ребята, его восстанавливает потом. Хотя здесь вот... Здесь вроде нормально пошло. А, у него энергии не было. Вот оно что. Вот почему он щиты свои не смог восстановить. Хе-хей. А ты-то какого лешего лезешь, блин? То есть они друг друга, что ли... Понятно. Друг друга могут щитами снабжать.
Так, энергии нету. Он ничего здесь не сделает. Этот тоже ничего не сделает. А мы бомбим. Мы продолжаем. Так. И уничтожаем. Ну что, остается один лишь громорок у нас. Ну, ребят, здесь все намного проще. Здесь можно будет повесить слепоту, и он тут будет прыгать. Ничего не видите, а мы в этот момент его сможем разобрать. Так, понижаем ему броню. Ну, естественно, тупо сомневался, что он будет на себя вешать щиты. Сейчас мы тебе этот щит быстренько-то и собьем. Опа. Жалко, слепоту не могу повесить на него. А сейчас бы с удовольствием бы это сделал. Так. Почему укус? Я хотел, блин, не это сделать. Так, вот теперь слепота. И поехали, ребят. Раз, два. Понижение брони. Что там будет сейчас? Он хильнулся, что ли? По-моему, он хильнулся. Да чтоб тебе не хватило там буквально чуть-чуть. Все, разобрались, короче. Заберем награду в виде опять древесины, да? 175 миллионов. Окей. Так, и 400 бабочек. Все, забираем. В общем, ребята, происшествие обучения призывников мы прошли полностью. Следующее событие у нас будет — это выживание. И будет оно у нас через сутки откроется. Так что надо будет подготовиться к этому делу. А как ты подготовишься? Подготовишься. Драконов мы все равно с тобой раскачать не успеем. Хотя, может быть, успеем, если фартанет. Но я почему-то в этом очень сильно сомневаюсь. Фарт здесь вообще, ребята, минимальный. Так, ладно, забираем янтарь. Еще янтарь. 60 бабочек. Давай, 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 забираем. И все. А, еще 50. Ну вот, прекрасно. Так, а здесь что у нас? И еще 65 бабочек. Слушай, ну уже солидная сумма там набежала у нас. Ну-ка, давай посмотрим. Вот они. На данный момент у нас 7, ну, 7500. 14 дней. То есть, грубо говоря, нам нужно еще с тобой 3000. Сложно, но возможно. Так, что у нас тут? Паки, открываем. Крылатый ужас, громель, вострозуб. А здесь душитель, пристиголов и опять крылатый ужас. Ну и все вроде бы, да? Так, мы с тобой получили же что-то. Да, у нас есть новый набор карт. Давай-ка мы его откроем. Кревет, громыль, водорез. Так, тут что ли дракончик какой-то готовится? Громоножка, это у нас необычная. Есть такая, да, у нас? Есть. Но мы ее пока бросим в ангар. Пока место позволяет. И еще там у нас один набор. Ага, это арена 7. Ужасное чудовище, шепот смерти, громыль. И все. Я рассчитывал чуть-чуть побольше. Так, я не знаю, ребят, стоит ли сейчас идти на арену. Хотя стоит, у нас с тобой паков нету, да? Один там пак остался. Так что давай сделаем быстренько с тобой поединочек. Хотел заменить барса и вепря, ну ладно. После этого поединка, наверное, заменим. Так, шипорез и крылатый ужас. Начнем, наверное, именно с шипореза. Так, уровень 14-15. Давай сюда бомбанем. Добить. Эх, если бы крит был бы, мы бы его уничтожили. Начинается. Ну ты-то хоть не лезь. Отлично. Так, ладно, мы его уничтожаем. Дальше я, наверное, возьму все-таки крылатый ужас.
на распетрушку, да? Мы его с тобой подобьем, ну а там же Громель останется один. Хотя вот так вот лучше сделаем. Заодно и подхиляемся, да? Так, что-то там. Уклонение, ребята. А ведь хотел заморозить своим ледяным дыханием. Но ничего, шеньки у него не вышло. Так, давай, Громель, быстрее ходи. У нас время поджимает, ё-моё. А вот теперь попал. А мы с тобой захиляемся, наверное. И будем кусать. Он у нас зеленый, поэтому наш кривоклык должен его хорошо разбирать. Давай, наверное, вот так вот траванем чуть-чуть. Понизим защиту. И укусик. Ну что ты, что ты, что? Опять начинается, да? А, это не щиты, это просто он хильнулся. Ну, не помогло ему это дело, а мы двигаемся дальше. Ну и что? Злобный змеевик плюс Громель. Начнем, наверное, мы все-таки со змеевика. Он быстрее должен разобраться у нас. Опачки. Так, начинаются, да? Фаерболы и тому подобное. Ну, хорош. Вы все решились с огненными атаками на меня тут напасть сегодня? Ну-ка, Барсик, уничтожь его. Так, сейчас. Все-таки хотят уничтожить, друзья. Все-таки хотят уничтожить они мне его, а? Только вот успеет ли? Ну этот-то успеет, Громель. Сейчас, наверное, фаер... Ага, подожди секунду, еще не факт. Хильнулись. Он опять промахнулся. Укусик. Плюс. Не, он сейчас, наверное, скорее всего, ребята, что-то придумает, что-то сделает. Либо фаербол свой выпустит, либо еще что-нибудь. Да, фаербол. И он мощно очень бомбит. Так, ну, скорее всего, это ему не поможет. Все, ребят, победушка за нами. А здесь у нас дымодышащий престиголов. И сейчас у нас почему-то вот везде стал присутствовать костолом. Я вот замечаю такую тенденцию. Если вот начинается какой-то один дракон появляться постоянно вот во всех командах, то он так и до конца игры и будет везде находиться. Давай уничтожим, наверное, этого мелкого. А сейчас что-нибудь мелкий, а мощный, а? Мало того, что у него атака очень сильная, так он еще и броню понижает. Так, Барсик против Барсика? Нет, Барсик против... И уничтожит все-таки, да, Штормореза? Супостаты, а? Ладно, допустим. Сейчас они вдвоем сходят. Этот глушить будет напрочь. Че, я даже не сомневаюсь в этом. Именно по Барсику, да, все это дело досталось. Ну давай, наверное... Так, фиол. Тут у нас зеленые против фиола хорошо идут. Поэтому придется так делать. Барсика, наверное, мы потеряем. Угу. А вот теперь вопрос. Справлюсь ли я здесь один со всеми ими? Сейчас фаербол, по-моему, полетит. Что он сделал? Ускорение? Он сделал, друзья мои, себе ускорение. Да ты заколебал! Так, давай. Ну и что ты там? Вот так решил, да, все-таки сделать? Давай, тарань его. Вот, красавчик. Тудуч, напрочь. Так, а теперь вот интересно, я справлюсь с ним один на один или нет? Нет, по-моему, да, он будет сейчас меня глушить. Оу, щит, он промахнулся, ребята. Он просто сейчас промахнулся. Так... Я знаю, что у него следующий ход будет фул энергия. Блин, мы на ничью идем. Я не успею его, ребят, завалить. Вот его последний ход. Обидно, конечно, что на ничью, но это лучше, чем проиграть. Ну что же, вот и по кважде, друзья мои. Забираем Громель, Лаварык, Водорез и Кривоклык. Кстати, он скоро, возможно, получит 16-й разряд. И это будет самый топовый дракон, который у меня есть. Так, можно было бы, конечно, еще, ребята, пойти за одним паком, но уже время поджимает, надо, как говорится, собираться и идти арбайтом.
Конечно же, мы с тобой увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Тем более, там будет у нас новое испытание выживания. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.